Для этого вкусного салата подойдет как нежная молодая капуста, так и более жесткая зимняя или осенняя капуста. 350 граммов капусты нарезаю тонкой стружкой. Если вы используете жесткую капусту, после шинковки ее следует хорошо обмять руками. Также в наш быстрый салат добавим один огурец. Сперва кружками. А затем подстать капусте соломкой. Дальше беру 3 вареных яйца. Белки отделяю от желтков. Желтки пока убираю в отдельную мисочку. А белки нарезаю тонкой соломкой, как и остальные продукты в салате. Капуста очень хорошо сочетается с укропом. И мы его также добавим в салат, при этом порезав мелко. Ну а теперь заправка. Простая, быстрая и вкусная. Для нее берем 3 оставшихся желтка. Добавляем пару ложек нерафинированного ароматного растительного масла. И хорошо растираем желтки. К желткам добавляем соли с учетом всех продуктов. Где-то 1/3 чайной ложки или по своему вкусу. Небольшую щепотку черного молотого перца. Пол чайной ложки горчицы. И 2 ложки сметаны с горкой. А дальше хорошо перемешиваем все продукты до однородного состояния, чтобы у нас получился соус. Заправка получается очень-очень вкусной. Можете применять ее и в другие салаты. Получившийся густой соус идет в салат. Как видите, рецепт очень простой и продуктов нужно минимум, но салат получается очень вкусный и интересный. Готовьте с удовольствием, если рецепт вас заинтересовал. А также подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Спасибо всем, кто ставит лайк, и за ваши комментарии. А главное, будьте здоровы, удачи вам! Увидимся в следующем вкусном видео.